Друзья, всем привет! Сегодня очередная рыбалочка с Никитосом. Никитос, скажи всем привет! Привет! Короче, ищем форель. Пришли на речку, на которой мы были прошлой зимой, где по снегу очень ходили. Ссылочка сейчас вылезет. Но в этот раз снега нету, зато очень много воды. Прям просто. Мы такого не видели. Никитос, такого не видел? Ну, на этой речке. На этой речке не видел ничего даже близко. И как бы как мы там будем переходить, даже не представляем. Блин, короче, надо что-то думать будет. Ладно, переодеваемся, точнее заряжаемся и двигаем ловить. Удочка у меня будет смитовский Интербарон. Вот такой. А у Никитоса что будет? Тенри Джувия. Тоже, да, 6 грамм. Ну, мне кажется, тут, блин... Хотя, посмотрим, ладно. Не будем загадывать. Все, погнали. Интербарон. Интересно, как ты до контакта будешь. Ну, видишь, написано. А сколько грамм контакт? По-моему, 4,5. Ага. Ну, слушай, ну видишь, написано даже на самом спиннинге. For twitching. Значит, нормально все должно быть. Борчик приманок, что я сегодня взял. Взял чисто по минимуму. Сколько ты грамм кидал? А он был маленький, грамм полтора. Ну, 3,5. Но я тоже пока воблера ставить не буду. Ну нафиг. Раньше времени оторвать кого-нибудь не хочется. Ставим такую блесенку. Миу. Миу, миу, миу. Дай-ка вспомнить, как это. Как это? Пойдем, козырные места ж дальше. Да не, видишь, что здесь образовался притоп воды. Ну да, ну да. Здесь главное поймать. Хотя бы одну. Но не говори. Здесь не будешь кидать? Из-под куста. Надо просто сломать ветку, она, мне кажется, сломается. Ой. Че говоришь? Ага. Поклевка. Рыба. Никита. Ой. Ты снимаешься это? Да. Хоть что-то будет. Помнишь, когда там тоже, когда ты шел по бревну, там, короче, шел такой щепок. Помнишь? Да. Помнишь, Никитос? Голова только такая, шел, чух, исчезла. Погнали. Не, ну не нырнул в первые секунды, а то уже. Поплыл. Блин, хочется до контакта поставить, а он до контакта, как обычно. 3 минуты покидал, минус 1000 рублей. Поэтому и не ставлю. В принципе, вот струя достаточно сильная. А блесна четенько играет, спиннинг не проваливается. Хотя он с виду такой, видите, мягкий. Прям гнется весь. Но достаточно держит струю такую. А вот катушечку мне надо побыстрее. Здесь экзист, конечно, медленный. 4,6 у него, по-моему, придаточное число. И он, конечно, не очень справляется.
Вот если апстримом кидаем, опа, здесь надо очень быстро крутить. Прям очень-очень. Зато ходить прикольнее, чем прошлой зимой. Прошлой зимой был вообще ад. Адовый ад, я бы сказал. По крайней мере, тут не цепляешь траву, понимаешь, как в прошлый раз. Вон там место, согласись, перспективное там, смотри. Да, сейчас я буду тоже. Да и тут, видишь, тут сейчас каждый камешек, мне кажется, интересен. Если тут рыба есть, конечно. Что, здесь переходим, да? Можно дальше, но я не знаю, как там включение будет. Да не, надо попробовать, конечно. Потому что главное, чтобы не поплыть, течение-то сильное. Да? Нет. Ну, сейчас центр приближает, сейчас уже. О! Пошли обратно. Да, жестко. Стандартно. Ридж. Ридж? Количество сейчас этого дела стало много. Ну да, сейчас стало реально больше где кидать. Раньше-то не было такого. Больше мы шли там трава. Сейчас реально я даже вон риджи кидаю и нормально, нигде ничего не цепляет. Как бы не пропустить ту ямку. Волшебно. Да. Да я помню, там дальше места такие вообще козырные, конечно. Не, я считаю, шансы есть. Главное, вода прозрачная. Просто, да, где-то она стоит в затяжках. О, слышь, это ж вон то место, где я поймал форельку, вот здесь. Есть. Вот здесь, я помню, оттуда. Вот помню этот камень, я там фоткался. Сейчас пойду там поймаю. Давай. Ты меня сними, если что. Со стороны, если я поймаю. Чё? Давай, я смотрю. Блять. Нет, зацеп, скорее всего. Ну, как поклёвка. Ну, скорее всего, там камни. Там по камням так идет, так чётенько. Видишь, меня Саня тоже научил. Удобненько, да? Там вообще хороший такой замуточек, да? Я не знаю, как туда попасть. Я тоже. Ты дно видишь? Видишь? Все равно очково. Ну, форелевая рыбалка, ну, форель, бля. Это просто... Вечные приключения. Ого, ого, ого. Ого. А как надо идти? Вот так вот или вот так вот? А так тяжелее вроде. Офигеть. Бля, ноги так просто напряжены. О, жесть. Жесть. Ребята, остаемся здесь. Ну да, по той стороне вообще без вариков. Я говорю, спешить не надо, надо перекусить. Подумать о жизни. Да, время мало, дураку понять. Да, Никитос, пока рыбы нет у нас с тобой. В зачете. Ну, мы знали, на что шли, да? Парам-пам-парам-пам-пам. Ничего у нас пока не ловится, как обычно. Да. Форели в рыбалку, конечно. Да, это вообще, форель это вообще просто недоступная рыба лично для меня.
Но никак не... не... Ох, есть. Фига такая хорошая. Вот это было внезапно. Дай пятюни, дружище, блядь. Да. Вот я не ожидал, я показал, что... Нифига себе, блядь. Класс, фоточки, фоточки. Ё-моё, Никита. Слушай, хорошая. Фотка на самом деле нормальная, когда я закинул. Давай сейчас нафоткаем ее. Хоть кадрики будут у нас. Вообще класс, Никитос, красава. Ты просто бог. Ты нам всю рыбалку спас. Все не зря. Больше, чем я. Конечно, блин, значит, видос будет. Не знаю, заснялась она на камеру, не заснялась, но вроде заснялась. Офигеть. Я, главное, смотрю в другую сторону уже, такой, ага. Что происходит? Ну, она по-зимнему тоненькая. Так, что с ним подожди. Видишь, у меня в подсах не самая удачная. Красивая. Просто красивая. Понимаешь? Да. Скажи, когда будешь. Все, снимай, снимай. Не верю своему счастью. А я что сказал? Чайку попьем. И рыбка пойдет. Давай еще пятюню. Это, блин, если ноем где-то такие, ноем, да? Красава вообще. Молодец. Блин, реально шли, ныли, блин. Такая не маленькая, скажу тебе, блин. Ну, в том плане, что я таких маленьких ловил. Тут большая. Молодец. Сейчас тоже поставлю что-нибудь яркое. Воблер. Сейчас поймаем, может сейчас течение чуть замедлилось, может быть сейчас что и будет. Есть! Никитос! Щука! Никитос! Щука! Щука! У меня все как обычно. Вот это холодное. Ну, такое местечко. Ну, тут, понятное дело, затишок. И кто здесь может быть, кроме как щука? Но тем не менее, друзья, у Никитоса форелька, у меня щучка. И отлично, еще час дня, так что времечко есть. Пробуем дальше, ловим. Уже настроение хорошее. Места сейчас, течение затихло. Соответственно, пошли по клевке. Там вообще жесткое течение, просто нереально. Так что, друзья, продолжаем. Причем я проводочку замедлил и сразу получил поклевку. Было. Да? То ли щука, то ли кто-то был опять. Я думаю, скорее всего, она. Думаешь, такая дура? Сейчас Риджа откусит, да выиграюсь. На всякий случай сниму. Рюкзак тоже сниму. Блин, только места хорошие пошли, да? Не, ну все равно затяжки такие пошли. Жги.
Давай, контент поснимаем. Андрей против Андрея. Да, он висит. Шансов, конечно, у меня мало. Это надо его как-то поймать сразу же. Ты его сбей, а после этого ты его с деревяшкой подходишь. А если он, это как вот сейчас это, ну, в воду. О, yes. Андрюха красавчик. Не, Ридж, Маттайгер у меня ловит всегда. Я уже потерял двоих, а Андрюха с деревяшкой. Да я тоже два потерял, да. Блесну и тотошку оторвал. Победа. Это отлично. Фух, сейчас привяжемся и пойдем дальше. Давай. Мы нептуны, бля. Не хватает, наверное, силы перебрать. Ну. Слышь? Да я так дойду. Это как телефон, как обычно, да, звонит. Вот. Сейчас возьму. Да, алло. Алло, да. Да, чё? Я речку вброд перехожу. Да, сейчас возьму трубку. Сейчас, да. Свободен я? Да, конечно. У вас свободненько? Фу. О, братан, перешли. Хватайся за палку. Давай. Да нет, да, все нормально, все нормально. Все отлично. Но палку не выкидывай. В смысле, с собой носите? Прям, давай. А, сюда? Кому-нибудь пригодится. Никита сдает. Я просто печатала. На течение по корягу и все. Оценки, наверное. Ну. Вот, я говорю, я вот там, вот так же камень, один в один, короче. Я вначале так его прошел, так пошел, а потом, знаешь, так вот кинул, далеко кидал, а потом кинул так вот, так, короче, так, и вот снесло насчет, ну так прям так, и я вот так вот вдоль камушка тащу. И ту-ду! Как вот чувствовал, что он там стоит, блин. И сейчас вот здесь тоже все обкидал, блин. Не, на эту имму, которая у меня там имма. Имма флит. Да, да. Ридж мне очень тоже нравится, а? Чё, Ридж? Очень нравится, как он играет. Иди, иди, иди. Я... Почему-то камеру отключил, видимо, когда перепутался. Сейчас она у тебя уже второй раз цепляется. Вот. Может, другая? Ладно, ладно, торопиться. Может, другая, правильно? Сейчас тут уже без шансов, да? Да потом с той стороны зайдем. Да, в следующем году, да? Может быть, бой, но не там, где ходил. Я думаю, ты здесь нормально перейдешь, если будешь держаться за палку. Да, блядь, тут тапок чей-то, блядь. Андрюха, жги! Ради Риджа в Маттайгере. Какой воблер. Это легенда. Никитос, там спинник, сейчас смотри, чтоб не уплыл. Легенда. Ребята, покупайте китайский воблер на Алиэкспресс.
Я чувствую, Никитос, у меня, блин, шукум же будет. Сейчас вот выкарабкаюсь и поймаю кумжак на пятак. Ну ладно, Риджа спас, это косарь, считай. Спас, да? Победа. Фу. Ну что, друзья, мы дошли с горем пополам. Час шли. Уставшие. Сейчас переодеваемся. И двигаем. Ну, еще 2 часа ехать. Рыбалочка у нас получилась хорошей. Рыбка была. У меня, получается, 1 не дотащил. 3 выхода было. Китос 1 поймал. И щучку я поймал. В общем, в принципе, все отлично. Единственное, что воды очень много, как весной, даже больше, наверное. Вот. У меня сработал ридж 56-й, который я у Никитоса купил. Точнее, выменил на риджа 35-го. А у Никитоса... Как воблер называется, Никита? Skagit Mets. Skagit Decision Mets. В общем, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем удачи и пока. Так. Go dummy, go beat.